Адопт сам решил, да. Все, так, идем. Давай, так, тихо, подождите, подождите. Ты переименовал команды на Рейн Сквад, Раген Сквад. Он делает, заходи. Я вижу. Да, да. Синий, я Раген. Раген Сквад синий, получается. Okay, оранжевый. Рейн. Это Раген. Отличный шанс всех друзей добавить. Да. Отличный шанс избавиться от друзей. Албайнс, жми пробел. Албайнс, жми пробел. Короче, синий Раген Сквад, оранжевый Рейн Сквад. Сегодня решится так, судьба нашей сюда. Ремикс. А как? О. Типа вы обменивались. А хуя я в синих долбоебы, блядь. Охуяли тинти в оранжевых, блядь. Спасибо, так. Ребят. Спасибо за замену, молодцы. Дайте, блядь, я к себе вернусь. Что происходит? Не меняйтесь, ебланы. Делайте нормально. Что вы делаете? Даймон, блядь. Даймон у нас. Меня поменяйте. Поменяйте, все, все, все. Не нажимайте, не нажимайте. Так, теперь. Так, тихо, тихо, тихо. Так, теперь, правило. Как препод, блядь, на практике. Потому что вы горете, это ужас. Короче. Молотком поебал, дам такому еще раз. Там бьются всех от меня. Говорить. Говори, я, Рокки, бы, я бы с радостью. Да сейчас уже Рейн свалил нахрен. Куда он свалил? А мы это записываем, нет? Нет, я это уже пишу. Записывай. Заебись. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Поставьте дизлайк, пойдете нахуй. Так, вернулся, давай, начинаем записывать в этот момент. Да я уже все пишется. А теперь дайте слово мне, пожалуйста. Подождите, дайте слово. Так, правила таковы. Не переходить с каналов голосовых, не посылать кого-то на три буквы при этом, не оскорблять друг друга, а также наблюдать, не писать ничего в чат. Собственно, подсказки и так далее. Ты не слышишь петуха? Вот, все, меняйся. Моя команда идем в Б. Микрофон просто замьютим. Ребят, удачи всем. Перетяните меня вправо, пожалуйста. Перетяните меня вправо. Всем удачи, всего хорошего всем. Перетяните меня вправо. Хорошего. А? Все еще в ожидании. Перетяни меня вправо, пожалуйста. А как? Я не могу. Вот, спасибо, все, спасибо. Привет. Все, собрались, да? Только давайте без флуда. Не, мы будем играть нормально, а серьезно, без таких вот. А, у меня монитор сжёлся. На пыли. Нормально. Если что, сразу кричи, пусть Раген останавливается. Так, Пельмень, надеюсь, ты научился калауту давать. Нет. Конечно, там. И впереди будет у нас. Короче, там учитесь, ребята. Ребят, жмите готов, если вы готовы. Да, я тоже готов. Все. Пельмень готова. Давай. Пивко есть, сказать. Франкенстаун, кстати, очень вкусно. Правда, но. Пельмень готова! Я готов. А, нет. Ладно. Чик, готов. Жми готов. Алло. Ну там как-то сам было. Ну чё, блядь? Ну чё, блядь? Ну давайте, всем удачи в этой битве. Мы тут играем по-честному, по-серьезному, без рофлов. Хочу предложить замьютить всех в противоположной команде в чате, чтобы они... Нет, я пускай, я их буду бэйвить. Я их бэйвить буду. Вспомните их мейнов, вспоминайте их. Ну не надо, не надо. Так, баним, так. Тихо, баним кого? Тэтчера. Баним Кали. Финку. Ладно. Хорошо, просто гидропоника играет на финке очень хорошо. Давайте не будем играть. Давайте просто будем. Да, будем так говорить тихо, спокойно. И по одному. Так, защите баним клэш, если они не забанят. А может не надо клэш, пожалуйста? Мы не сможем ее проконтролить. Может кейд, пожалуйста, я смогу проконтролить клэш. В смысле, у нас Кали есть, мы клэш ебашим за Кали. А кто на ней играет? А кто умеет играть на Кали? Я не играю. Я играю на Кале. Причем мы ее сейчас понерфили. Ну, на тебя надежда, если мы из стрима за клэш. Я хаешками ее заебашу за Баверика, о чем речь. Все, хорошо. У них как минимум один постоянно будет на клэш. Или Рейн, или Албанец. Или Рейн, или Албанец, или Симон, три варианта. Если Рейн, то жопа. Симон на клэше плохо играет. Да? Ну ладно, куча на одну проще. Потому что они говорили, что они будут сыграть на клэш, я сразу предупреждаю. Из-за бафа. О, а минус бичу. А что ему сделали? Я случайно заметился. Кто там за кавелю хотел отыгрывать? Я буду отыгрывать на шале. Ну а можно деактиватор? Деактиватор, давайте, Монти.
пытался. Отдай! Секунда! Так, ну чё, ребят, вы же знаете, как мы пениться будем, да? Через жопу и очень медленно. Зато смотрите, смотрите, я иду через первый этаж, попробую сбить бандитка, если там будет. Нахрена, да. Я маверик. Не, во всякий так уже будет проще. А, у нас же нету больше таких пропилов, точно. Ладно. Я просто больше мере хожу в соло, чисто как на фракера иду. Значит, у нас Кали дырявить стены будет. Все хорошо. У тебя Кали не ваншотит, да, сейчас? Ваншотит. Тебе скоростную фигню за 25 метров ваншотит. Да ему скоростную фигню. Не CCTV. Это что, не CCTV? Это не CCTV. Подвал. Понятно, понятно. Аруни. Вы как хотите, а я иду через Construction. Я тоже через Construction иду. Я тоже могу майорить. Так, это что у них? Капкан. Они дебилы, они ротейт сик не сделали. Фак. У них, короче, в блюшке Валькирия камеру. Понял. Стойте, я бандитку сломаю. А, кто здесь дверь выбил? Мне очки надо. Не бандит. Угу. Да ладно. Все, бандитку сломал, иди. Зофа, сможешь меня сломать под окном? Подожди, сейчас. Простите, у них помощь есть. Да, защита. А, все, можете умать, можете умать. Сейчас, сейчас пробью, сейчас пробью. Я как собирался это делать. Так. Снимай его здесь. Маверик, а сколько тебе напропил люка? Я в теории могу его очень... Дамажен, очень в теории. Дамажен, ага. Я встану в проходе. Так, иду. Пельмень, дай приду, дай приду, пельмень. Сука! О, кто, кто? Меня через пол убили. Ну не убили, но положили. Блять. Так, эту синку. А вы через чё, через дёрт вообще не идёте, алё? Я что пропилил? Я дёрт пропилил. Слышь, какой-нибудь. Там, там есть, есть, есть. Через дёрт зайди. Стой, стой, так. Не двигайся, Монтане. Ты люк не пропилил. Трейхард, я тебе про туннель говорю. Закрой меня, закрой, блядь. Я тебе про туннель говорю. Да, вот так понимай. Bullet hole впереди, впереди, по креатору и справа. Что? Минус гидропоника. Водить дамаженный. Смотрите, там... Чё? Ага, блядь, прохожу нахуй. Не лагать начал, кого хрена. Да у меня есть ещё что-то? Блядь, клеймор ещё. Хорош. Рекорд хорош. В проходе. Аруни сидит на Б. Справа. Справа. Вот здесь синьки. Стой, мотальчик, стой на месте, ровно на месте, стой. И не двигайся. Держу в курсе, все это время у вас был открытый тоннель, и вы через него даже не попытались. Все это время я смотрел бандита, и когда я побежал его пушить, он будет. А че мы через раунд меняемся? Так в безрейсе устроен. Пусть сказать, точнее. Там нельзя именно. Там можно поставить, там можно поставить. Да? Ладно, уже так отыгрываем. Кинти, сможешь Вальку на улицу? Вот, камеру на улицу кинуть. Ты меня не уважаешь, если ты думаешь, что я не смогу этого сделать. Просто там выкинь его куда-нибудь на улицу, но так, чтобы я видел крышу. Так, я взял щит. Так, пельмень, помнишь, что тебе делать надо? Стоп, крышу в смысле с люком, который, или крышу в смысле этот, с балконом?
Ответь, пожалуйста, какую из крыш? Которая над крышей. Вот эту вот крышу. Да, понял, хорошо. Это не входило в твой план, вроде тебя кинут. Дырки сделайте там, где... Стой, я пойму, куда это кинуть. Только это не первый приоритет, если ты понимаешь. Зеленфрайси, пожалуйста. Ты же бандит. По краям пробейте. Да, красный, по краям пробейте. Я кинул, кстати. Ага. На улицу? Да. На крышу. Маверик есть. Канат Маверик есть. Нет там никого. У меня Дэнни нажимается. Док, закинь вальпу. Монти! Где? Тенси, он будет здесь сидеть. Тенси, 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 тенси. Так, отбегаю. Спасибо. Зафия зашла в склад. Минус фонтане. Дефьюзер меня, дефьюзер на мне. Зафия со склада шла. Я слышал, слышал. А, что? Гидропоника, сколько у них там сидел? Ай... Отметь дефизер. Где у тебя гидропоника сидит? Он так, на улице сидит. Минус флут. Просто сидит на улице и смотрит. Блять! Слева Ванька. Сайте уже сошли. One friendly operator remaining. Клатчер. Маврик на мете, он в гараж прыгнул. Маврик в гараже. Да блять, как же бросился позишн древинг, если. Еще один наверху. Бежит к тебе, да, спускается тюмит. Нет, не спускается. Сейчас его попадет. Огромно красный. На лох тупорылый. Дефьюз на метке. Забери его. К тебе бежит, идет. А сверху на тобой. Он синий есть. Есть. Нету. Понял. Зафия у тебя. В гараже. Шакал тоже в гараже. В гараже один. Двое гараж. Один в сети, второй посел гараж. А Зафия зашла на точку. Все, может быть, может красный пойдет. Зафия на точку зашла. Гараж. Да блять. Зафия, по-моему, выходит из гаража. На улицу. Нет, возвращается. Поднялась на второй силке. Есть, она в люке, она в силке, она в силке, иди. Похуй. Похуй на нее, похуй. Второй гром на складе был. Она не смотрит на себя. Меня замечают. Меня заметили. Точки А. Молодец! Хорош, блядь! Да, хорош, да. Нахуй! Просто бог! Пиздец, блядь! Пушка, блядь! Просто в соло четверых разнес, молодец! Ну как в соло, там два фрага себе хорошо! Двоих? Двое всего попались? Так, подожди, еще. А, ну всего? Ну это, кстати, эйс! А, нет, по сути, это был эйс, если бы я сейчас добил... Если бы я сейчас добил вот этого подлежащего чела, то это был бы эйс, потому что... Ну, типа... Я до этого убил этого, короче, со щитом чувака, я забыл, Монтанью. И тебе будет, скорее всего. Сумит пропил, так, Маврик есть, дальше. Тогда я могу попробовать помочь, там, да. О, кстати, термит. Почему нет?
Зофья с термитом, расставьте, пожалуйста. Короче, один клеймер под гараж, и второй клеймер под окно. Дверь оставьте. Я поставлю под синьку туда. Окей. Под окно синьки. Тогда, Зофья, ты... Короче, у меня предложение есть, что я все-таки попытаюсь снова пробелить, но... Короче, попытаюсь снова пробелить, но приоритет все-таки сбить электричество потом уже. Хорошо. У Баверика заряды более приятные для пропива, например, для констракшена. Да, это второй. Так, я сохраняю на складе первого этажа дрона. Капкан, 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 капкан. Капкан, красная лестница, наверх поднялся. Ага. Капкан в переходе между гаражом и лаунжем есть. Чё, почему? Валька, албанить за Вальку. Албанить за Вальку на кинке. Угу. Валька кинула в камеру. У вас за жопой этот хиле. Вот он. Снес камеру, Вальки. Подбито. Я смотрю. Валька на складе. Окей, вижу. Подгаж камеру ставь. Ой, не может. Валька склад. Склад, первый этаж. Кими слом, ой, Маврик сломает. Готово. Можете взрывать. Сишки, сами взорвут. Зовка, взорви, если можешь. Я у гаражей нахожусь с другой стороны. Так. Надо просто заходить. Спот. Надо пол в камере не ломает. Чего меня одного оставили? Я не знаю, что делать. Ну, помогай как минимум. Ты можешь, в принципе, на пропире стать. Можете здесь пробить. Можете здесь пробить, Зефи, если свободно. Ты где? Господи, сейчас прибегу с крыши. И если что, я его помпы пилим, если что, к слову. Будьте осторожны, я на красном ставишься. Красный стерс. Гараж. Все еще красный стерс. Так, где пробить? Он меня пошёл. Или балкон, если ты ищи, нет. Белю. Спасибо. У них фрост, смотрите, за силками. Красный стерс. Так, все мид перец. Капкан минус. Найс. Nice. Сапунтон, сука! Да, сапунтон. А, я ж теперь Сами 10 хп, сами 10 хп. Сами 10 хп с бунтом. Может, C4 прокидывает. А минус Саймон. Все, поднимай по мне. Где? Блять, капкан ебаный! Камеры, блять, сейчас стоим. В мониторах. Стой, я сейчас кидаю дрона, ой, я сейчас кидаю. Он за сайтом, ставь! Я крыть буду. Да. Ставь. Прикрывай. Надо перезарядиться. Ну смотри, слева! Слева. 50 хп у него. Блять. Чуть-чуть. Ты попал в него. Слева, говорите. Ну, был слева. Это мой косяк. Это мой косяк. Я всего одного убил, хотя без проблем могу убить еще и сами сразу. Я его не смог убить. Ой, блять, минус с пол литра пива есть. А сколько у нас всего раундов? Ну, поправим без рейца. И херву. Сколько их там должно быть? Давайте не будем пикать одинаковые. Подвал? Ну, давайте подвал.
Стоп, у меня очень дофига идей есть, давайте джим. Кого? А, ну, если не подвезешь. Помогите, кто-нибудь, короче, дробовиком, помогите мне разнести всю стену между джимом и спальней. Я тебя понял, я тебя понял, я тебя понял. Конечно, без бы нахуй, я тачанку для этого беру. Да. Зря ты, Тенси, надо было импакты взять. Не-не-не, камон, у нас есть тачанка, у нас есть просто убери из бейлиф. Так, я буду полезен, у меня есть щит, куда поставить. Щит поставь, знаешь куда, в переход в стройку, дверь в стройку. А, короче, две между стройкой и спальней, я понял. Да, да. Фрост как раз за нее кинешь эту... хую. Напишите все байсы, да? Один Раген отличился, с большой буквы написал. Я культурный. Ты командир. Любит большие члены, а дальше. Так. Я командир, поэтому я все пишу с большой буквы. Ты командир, поэтому мы с тобой играем один. Все стене пиз, да. Я, ну смотрите, командир должен быть на последнем месте. Ты мне ноги не отстрели. Сверху, 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 сверху. Так, а главную стену-то укрепили? Ну, спасибо. Нет, не надо туда. Ес, минус 3. Измораль пошла. Нет, он камеру отстреливал. Я его хреново. У меня теперь один магазин. Имеет только Дринфорсер. Слушай, Тачанка, можешь трещалку кинуть на красную лестницу? Кого? Блять, ну трещалка, хз, как называется. Ты его, короче говоря, извините. Могу. Они на крыше. Крыша, да. Все? Да. Нет, надо слышать твое имя. Угу. Они примерно на балконе у нас. Понял. И пойдется. А, здесь один. Трещалкой. Спасибо. Хорошо. На красной лезть. Есть, да? Ага. Мне сейчас констракшн не будет. Пускай постараются. Иду на красную. Юс, CCTV. А, монтажник CCTV. Монтажник. Понял, CCTV. Понял, понял, понял. Перевери, отойди куда-нибудь. Пизда монтажнику, блядь. Зажигательная вечеринка. Смотрите кто-нибудь на лестницу. Лестницу пикайте. За CCTV. Блять. А, гараж есть, осторожно. Да нахуй ты в меня ебашишь, блядь. Гидропоник убил. CCTV, София, все там же. Где? Я сломал. Зафия есть, Зафия есть здесь. Касса. Касса, тоже понял. А, монтажник. В этой. Констракшн. Привет, там фьюз, кто это нахуй?
Чилсы монстр! Ягер не лезь, ягер не лезь. Ягер стоит тут. Ягер не лезь. Чилс половина. Смотрят. Фьюз, фьюз, фьюз. Знаешь, 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 что там. Они сейчас прыгать будут. Там силок, пусти, пусти, пусти. Молодец. Жди, просто жди. Ждите, ждите, ждите. Хорош, блядь. Сильно, сильно. Мне нравится, что монтажник реально, монтажник рассчитал, что у меня 30 патронов, ровно на лица там вышел, а у меня пулемет. Кто за Монти был, интересно? Захренул. Вообще без разницы. Че, мне монтажник опять брать? Я, короче, их запушил. Ну, я не думаю, ну, мы если не берем повторные точки, то либо тренажер, либо подвал. Я не думаю, что они выберут бар. Хотя, если они выберут бар, то Монти зарешает. Если они выберут бар, то, ну, как бы я уже показал, как очень легко рашить был. Да-да-да, как раз. Если они выберут бар, то это автоматический луз. Это бру. В итоге будет он, и все мы проиграем. Зато если в следующий раз будем там собираться, мы на глупо очень выбираем. Дальше когда? В субботу играем, да? Завтра, я в субботу не буду. Завтра. А когда завтра получается? И завтра во сколько? Но... А, у меня ивент будет на завтра. Это кроватник, говоря. Не хигер. Все, сейфти бота. Я ВСУ просрал. Аруни. Банди. Так, ну джакузи стену я пропилю, это я вам обещаю. Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи, это факт. Нахера? Да, спаун групповой, понимаю. Только сейчас доберу. Все, спаун. Пельмень. Дурак, блядь. Пойдем здесь мораль, да, как ты говорил там? Зачем ты вообще туда выстрелил, пельмень? Ёп. Ёб твой рот, блядь. Бандит пасёт, бандит пасёт. Касса бандит. Там даже да? Никого не было, там камеры чисто. Даже нет. Чисто, просто с нечистой готов. Попилил. Зофи, я пропилил кассу, если чё, можешь открывать. Угу. А, пропилил джакузи, можешь открывать. Да где ебаная камера, блядь, стоит у Валькирии нахуй? Это не констракшн. Джакузи, откройте кто-нибудь. Констракшн где именно? Не знаю где, но констракшн был. Я слышал его через бота. В констракшне никого нет. А вот в кассах где-то, зафи, проебашь его, проебашь. Проебашь мне в эту стену, блядь. Готов. Хорош. За тренажеркой. Давай я выйду за этот. Камера. А ушел в ротейт. Да подожди, подожди. Поиграл я, конечно, агрессивно. Кинь туда бота, Мавик, я посмотрю. То я... Зафи, подожди. Туда мой дрон пойдет. Понял. Вот здесь есть. А где именно? В туалете? Есть, ровно направо, ровно на 90 градусов от двери. В туалете. Уже перебежал. Сейчас в туалет полетит граната, стой. Угу. В туалете пикает. Ты им бота сломал. Я был один. Валька, Валька, Валька! Зафия, Зафия, Зафия! На метке, Валька, на метке. Зарвись здесь стену. Валька, на метке. Подрываю. А уж что, братан? Тиньте справа, тиньте справа, тиньте справа. Да не стой! Тиньте, я понял. Да погоди ты, блядь! Я положил в туалете положил. Господи. Я шерный. В туалете руни лежит. Поднимай, в туалете, поднимай в туалете. Я зарядка. Игорь руни поднял. Блять, а они двое в туалете. Где именно они двое? Плэнти, плэнти. Сойти, плэнти.
А плыть-то нечем. Так дефизера нет, блядь. Господи. Господи. Так, надо собраться. Да, если меня еще пельмень не убил. Так, пельмень, вы же не стреляй на респауне вообще с оружия, хорошо? Да, и зачем ты тогда выстрелил, вопрос? Зачем? На всякий случай, чтоб что? Вы же его не защитили. Вдруг там спам пик. Реально. Раз мы туда побежали все, значит его нет. Логично же. Гений мысли, отец демократии. Так, ну вы знаете, как я окна ставлю, поэтому... Кого ставишь? Как я окна ставлю, вы знаете, поэтому не трогайте эти стены, где я ставлю. Я вообще стену укреплять не буду, тогда, чтобы не помешать. Не, укрепляй, например, в дёрте или сзади, кстати, короче, в церкви четверная стена, ее укрепите, я не спрошу. Они сейчас construction, походу, пилить будут, кстати. Давайте просто дёрт укреплю, так мне намного проще объяснить. Пельмень поставь в этом контейнере в селок. Только на землю, там, где земля будет. А, что случилось? Это может быть ключевым моментом. Давай все равно будем. Слейте кого-нибудь. В принципе, можем, кстати, сохранить раунд и взять паузу, в принципе. Раунд, по-моему, сохранится с той же статистикой. У меня уже времени нет. Хреново. А у него записывает кто-то? Ну, как раз Кира не записывает. Люки никто не укрепил, да? Я понял. Укрепите здесь. Влад, укрепи, пожалуйста, тут. Я тебя прошу, не успеваются. Блять, я пошел за люками, как их пизду. Ребят, я вообще предлагаю, если у нас слабые силы, может, я просто соберемся в какой-то определенный день и полностью уже отыграем. Не, окно поставишь? Я уже поставил. Оба. Как раз еще можно потренироваться немного. У нас реинфорсы кончились, а там баррикаду сломали. Поставьте баррикаду. Понял, нас сейчас отпушат. Хуёвые, кстати, мороженое. Отвратное. Да, там просто некуда кинуть её больше. Контейнер чистый, по-моему. Так что, Марк, какая идея? Сегодняшнюю игру тогда как-то разминку сделать, а тогда уже соберемся, чтобы никто не вылетал. Может, игра так себе летит. Ну тогда давайте что-то сделаем. Все согласны с этим решением? Если проиграем, то делаем разминкой. Нет, тут надо заранее скажем тогда уже. Это будет не очень красиво. Короче, тогда я сдохну и сообщу им. Тихо-тихо. На кухню зашли. Не, я чекаю окна свои. Ебать, ты чё там делал, долбой? Люк сломали. Понял. Да, господи. Так, народ. Люк сломали в синьке. Блять, поднимите, сука! Синьки или он, еще один. Меня лагает. Прямо. Ну это пизда. Лагает. Все его выпи, так сказать. Что это? Доля секунды.
что не так с моим FPS? Ой, блядь, я бы сейчас лучше еще отыграл эту катку. Я сейчас пойду спать.